Этим вечером именно он собрал нас вместе. Ваши комментаторы Георгий Черданцев и нового матча с забитыми мячами. Мы видим состав команды хозяев. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Все сегодня в таком составе играют. Классическая расстановка с упором на фланги. Мобильные вингеры обеспечивают высокую скорость игры. Да, и была неожиданно распущена приказом министра внутренних дел. Дело в том, что команда состояла в основном из полицейских, и во время матчей с ее участием на стадион прибывали целые наряды болельщиков в полицейской форме. Каково, Константин, а? Да, любопытно. Ты же понимаешь, что тогда в городе просто начиналась вакханалия. Уровень преступности и количество преступников возрастало, но зато на трибунах был тогда образцовый порядок. Этим вечером именно он собрал нас вместе. Ваши комментаторы Георгий Черданцев и нового матча с забитыми мячами. Мы видим состав команды хозяев. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Все сегодня в таком составе играют. Классическая расстановка с упором на фланги. Мобильные вингеры обеспечивают высокую скорость игры. Этим вечером именно он собрал нас вместе. Ваши комментаторы Георгий Черданцев и нового матча с забитыми мячами. Мы видим состав команды хозяев. Фланговые полузащитники, они же крайние защитники. Да, очень схема вариативная. Все сегодня в таком составе играют. Классическая расстановка с упором на фланги. Мобильные вингеры обеспечивают высокую скорость игры.